Решил сменить немного тематику, податься немного в офис. Значит, разберем, как изменить размеры строк, ячеек, столбцов в Google таблицах. Значит, разберем три способа. Тайминг коды под видео. Удобный вам способ нажимаете «Перекидывает». Ссылка на текстовый сайт под видео. Значит, разберем три способа. Как изменить размер столбцов и строк вручную, автоматически, и как задать точный размер. Значит, погнали. Как изменить вручную? Вручную самый легкий, но кривой способ. Вы просто нажимаете на край столбца и перетягиваете, зажимаете мышку и перетягиваете на нужный вам размер. Это касается и строк. Тоже их можно сузить. Если вам нужно растянуть вручную несколько столбцов по порядку или определенные, вы зажимаете Ctrl и выбираете нужные вам столбцы. Далее просто берете и перетягиваете. И они одновременно все становятся одного размера. Это касается и строк. Если я сейчас перетяну, вот они все одного размера. Это что касается ручного метода изменения строк и столбцов. Автоматический метод более быстрый, актуальный и аккуратный. К примеру, вы создали таблицу с данными, у вас тут не влазят слова, все кракозябранному и все остальное. Вы просто нажимаете на край столбца два раза, когда курсор примет вид двойной стрелки, и он автоматически подгонится размер по обтеканию текста. Это касается тоже строк. К примеру, тут нажму, вот он автоматически будет подгоняться под данные, которые уже написаны. Этот метод, я считаю, более качественным, чем ручной. Что касается, если задать точный размер и зачем это нужно. Точный размер нужен для того, чтобы, например, вы создали таблицу, распечатали ее на А4 формате, а на этом листе остается просто много места и смотрится как бы некрасиво, неэстетично и все такое. Поэтому чтобы вместить на А4, нужно задавать точные размеры. До этого нужно просто высчитать, будет посидеть на калькуляторе, посчитать. К примеру, если нужно изменить столбцы, ну, столбцы и строки это одно и то же. Значит, нажимаем по столбцу правой кнопкой мыши и выбираем изменить размер столбца. Далее здесь параметр будет в пикселях. То есть 100 пикселей это 2,6 сантиметра. Чтобы точно высчитать, вы можете набрать в Google конвертер пикселей в сантиметры, открыть первый плавающийся сайт, набрать здесь 100 пикселей и нажать вычислить. Будет 2,6 сантиметра. Это чтобы вы знали. Ну, 2,6 плюс 2,6, понятно. И можно так длину А4 формата горизонтально или вертикально подсчитать. Значит, если вам нужно задать точный размер нескольких столбцов, зажимаем Ctrl, нажимаем правой кнопкой мышки «Изменить размер столбцов». Указываем нужные нам пиксели, и оно быстренько становится сколько нужно. Это касается и строк. Давайте покажу. Зажимаем Ctrl, нужных строк, и «Изменить размер строк». Задаем нужные пиксели, и все изменится. Такими вот легкими и быстрыми методами можно изменять размеры в Google таблицах. Всем пока!